Жил-был кот в семье, ему 9 лет, но хозяева решили его усыпить. Надоело убирать шерсть. Наши волонтеры его спасли и привезли в приют. В приюте оставаться нельзя, потому что у кота сильный стресс. Мы отдали его на передержку с последующим пристройством. Сами мыться не умеют. Хрюндели. Вот скажи, зачем я тебя вчера мыла, если ты опять такой же хрю стал, а? Да, давай, вылизывайся. Мамки нет, некому научить, да? Некому научить мыться. Хрюндели. А, хрюндели. Скажи, вот так вот мы поели. Теперь вот такие хрюндели. Ребята, подобрали вот такого малыша. У него плохие глазки. Не кастрированный котик. Есть раны на лапках. Очень ласковый, хороший, добрый. Но то, что ему в жизни досталось, то, конечно, да. Его срочно надо в стационар. Сейчас поедем в стационар, сдадим анализы, назначим лечение. Глазки очень плохие. Вот так, ребята. Такая крошечка. Ребята, 7 котят с панликопенией. Не знаю, смогу вытащить или нет, но делаю все, что могу.
назначение, вот. И потихонечку капаемся. Очень медленно, очень осторожно. Рассадила наших. Здесь трое. Самых больших. Это чтобы они не мешали, не обижали. Да? Ну-ка. Проходи. Так. Ой, ты мои хорошие. Все, прокапались. Все хорошо. Здесь самые. А здесь закрываем. А вот здесь те, которые поменьше. Здесь четверо. Все будет хорошо, маленькие мои. Да, мои солнышки. Все хорошо. Все. Эти поменьше. Я их рассортировала. Еще у меня дитё такое есть. Бедненький весь в лишае. Но мы уже сделали ему вагдерм. Да, котик мой? Такое смешное дитё. Такой хороший. Спать ложись. Все, кушать есть, водичка есть. Трогать тебя не буду, да. Ложись. Я вот эту кошку, не поверите, вчера из помойки достала. Она не могла вылезти. Грязнющая, страшная, скелет тоже. Что-то мне в этом году очень сильно везет на кошек. Вот она у меня второй день. И мне кажется, что она беременная. Но факт тот, что я увидела, как она туда упала. Мы проезжали мимо помойки. Я просто увидела ее из машины. Когда мы ехали с МРТ. Грязная. Грязная. Все будет хорошо. Ничего. Сейчас отъестся. И где-то через недельку повезу ее на анализы. Вот так. Так что, ребята, скучно мне не живется. Дырка, яма, шишка прорвала, промыли, и я вложила левомиколь. Хорошо вложилась. Очень хорошо. Да, моя девочка, все. Сейчас, мой хороший. Сейчас, моя красавица. Все, отблох обработали, шейку обработали. Я сижу на кровати, а эта коза вот так передо мной выкручивается. Ожила, да? А, козленый? Ожила. А, малыш? Осинка. Да, Русь? Нет, не бойся. Не бойся. Все будет хорошо, солнышко. Скоро поправишься. Ты глазастая такая. Интересно, да, кошка? Ну, Роси у нас поправляться начала. Да, солнышко?